потрясающее место. Сегодня Ачик во всей красе. До Белухи рукой подать. Хочется сюда возвращаться снова и снова. Спасибо технике, что довезла нас до сюда. Конечно, подъем непростой, если рассматривать гражданские обычные автомобили. Если все-таки хочется подняться на этот перевал, нужен, конечно, бэдовый автомобиль и желательно с пониженной передачей. Трансляторской вышки. Обзор потрясающий. Пожалуй, это одно из самых красивых мест в Горном Алтае, до куда можно добраться на автомобиле. В этот раз мы не поднялись, помешал снег. Доехали до обзорной площадки. Дальше уже был прям плотный 50-сантиметровый слой снега, наст. Рисковать не стали. Жена панически отказалась дальше ехать. Поэтому остальной путь до вышки поднимались пешком. Нам повезло. Второй раз за два дня мы лицезреем Белуху. Вот она. А здесь она чуть подальше, чем с перевала Ачик. Километров, наверное, на 20. Но, тем не менее, отчетливо можно увидеть ее три пика.